Привет! Привет, ребята, с вами ребята, человек один, и сегодня, ребята, вы офигели. Это что такое за скинчик? Почему у меня жизнь скинчик? А я сейчас вам. Потому что, если бы я скачал мод на любого моба, вот смотрите. Смотрите, все вот это, вот смотрите. И смотрите, ребята, у меня тут есть все, что тут... Все тут будет, ребята. Ну как вам? Как вам это? Вот. Например, превратилась в черного котика. Смотрите, ребята, все уже котик. Ребята, я сейчас вам покажу, как сделать себе таким котиком. Например, бараном дипьем. Смотрите, я могу летать. Это еще котик. Ребята, сейчас я вам все покажу. Вот, выходим из Майнкрафта, да? И видите, тут у нас есть аддонс, да? Видите, аддонс. Нажимаем на него. Вот, нажимаем на скин. И тут листаем в самый вниз. Это займет где-то у вас час или у кого-то 30 минут. Ну ладно. Моб скин пак, где он? Вот, мы уже к ним близко. Близко, где он, пожалуйста, покажите, пожалуйста, так, давай. И мы почти до них, давай, а может мы его прыгнем, нет, так, и листаем в самый вниз, вот смотрите, ребята. Фу, ребята, у меня вот так много листается она, не знаю почему, но вот почти уже. Уже до них почти. Да, где он? Вот, мы почти. И вот, ребят, смотрите на эту картинку. И вы должны увидеть оранжевую кнопку тут. А я и скачал. Теперь нажимаем на вот это сам. Окей. Вот, через Майнкрафт. И вы должны еще скачать Майнкрафт 1.2.0.2. Ой, то есть, блядь, 1.2.20.2. Надо скачать это. Вот, смотрите, импорт запущен сейчас. И, уже обнаружен дефикатор. Так, вот, смотрите, создаем мир себе. Давай поставим мирно. И давайте включим себе бонусный сундук. И у нас должно уже включиться это. И покажу вам, когда это все получится. Я пока пристановлю видео. Вот, ребята, мы уже в сервере. И смотрите, у нас еще прям деревня какая-то тут маленькая. А, это же побег. Ребята, я помню это. Да. Откуда она возле меня еще? Так, теперь нажимаем на свой скин. И вот, ребята. Смотрите, вот. Нажимаем на вот это. Нажимаем. И смотрите, ребята, у нас уже это появилось все. Теперь мы можем что хочешь, то и делай. Вот, смотрите. У нас все есть. Даже в голема можем прибавить это. Вот, смотрите. В голема у меня такая огромная река, вы офигеете. Ну, ребята, я вам показал, как сделать это все. Ну и, ребята, кому понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а всем пока-пока. С вами был Финигео241. И никто не забывайте, что это можно. И никому не говорите, кому. А то узнают. И бабах вам, бабах. Все, ребята, всем пока-пока.